кто мы сегодня с Турцией? Все-таки мы больше союзники, чем, безусловно, противники. Но у каждого есть свои национальные интересы. И согласитесь, даже то, что мы видим и слышим публично, а очень часто политика, все-таки особенно внешняя политика, двусторонние отношения, они не всегда и должны быть публичны, не всегда, а зачастую, скажем так, остаются в закрытой части. Что бы вы могли об этом сказать? Что Сирия — это удобный способ испытать просто-напросто оружие новое. На военном, дай волю, они будут его испытывать с утра до вечера. И избавиться заодно от того, что просто уже небезопасно хранить. Я не думаю, что в Сирии в реальных боевых масштабах использовалась та или иная, те или иные, прежде всего, боеприпасы. Потому что это просто опасно, в прямом смысле слова. А вот то, что испытывалось новейшее оружие, причем прямо там, на поле боя, находились, ну, условно говоря, на поле боя, находились конструкторы ведущих наших оборонных предприятий. Это действительно факт. И, как мы сегодня с вами уже говорили, для многих это было абсолютно откровение и полное удивление вот, возможности наших вооруженных сил.